Все, собрал эту штуку, адскую машину. Вот она вот так вот выглядит в готовом виде. Проблемы возникли вот с вот этим узлом. В инструкции он выглядит совершенно иначе. Здесь раньше торчала такая тоже стержень, в которой нужно было просто обычными болтами и гайками прикрутить вот эту кочергу. Они заменили на самой модели, но в инструкции не заменили. Теперь здесь такая вот шпилька стоит, которую хрен здесь протолкнешь. То есть на этот узел ушло дня два. Также вот были сложности с вот этими ручками и тягами, которые к ним идут. Вот. Оно выглядит вот так вот. Вот. Тут, короче, по инструкции, там по чертежу, схеме, черт ногу вспомнит, как вот здесь надо правильно пропихнуть и вот это провести. Но вроде как в итоге разобрался. Вот так вот оно вот здесь вот заходит в эту дырку и натягивается, прижимается вот этим элементом к ручке. Имейте в виду, если будете тоже настраивать это первый раз, будет непонятно, скорее всего. Вот так вот это выглядит. В дальнее верхнее ушко, это Г-образная штука, подпихивается просто в дырочку, и оно здесь никак не крепится, оно просто в натяг, вот это, оно как струна, и здесь вот фиксируется, оно уже идет с этой пластмасской, которая прижимается к ручке, просто болтами, и все, оказывается, все не так сложно, если, конечно, знаешь. Ну, а полный обзор будет потом, уже на улице со снегом. Кстати, да, вот эта кочерга нужна, чтобы эту хрень поворачивать в разные стороны, откуда снег, собственно, вылетает. Колеса прикрутить довольно просто. Вот эту втулку вставляешь и вот здесь надеваешь ушко. Это единая конструкция. Саму вот эту всю фигню, она вся идет в сборе. Ее надо просто установить на вот этот здесь, ну, на отверстие ровно, просто поставить и закрепить вот здесь двумя болтами. А через вот такую вот пластину внутреннюю, которую сюда надо вставить, вот эта пластина сюда вставляется, и вот болтами стягивается. Эта пластина идет в комплекте. Ее, ну, просто вставить нужно в паз, как лего. Вот этот узел тоже отличается от того, который в инструкции. В инструкции совершенно по-другому выглядит и крепится вообще в другом месте. Где-то крепление было вот здесь, вот, вот вместо вот этого пластика. Здесь было крепление. Его перенесли вот сюда. А напечатанные книжки не поменяли и так и кладут старую инструкцию в обновленную версию. Ну, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Адью.